этих коридорах. Как это запертая дверь? Блин, нафига я тогда подумался на самый верх? Хоть бы был отсюда выход, потому что хоть бы не пришлось бежать по новой. Окей, выход есть. Тауэр, кровавая башня. Ну да, эту дверь не открыть. Нам получается лезть снова в канализацию, в какие-то катакомбы. Так, это тень. Доски. Ну, на всякий случай, если что, выбросим попозже. Надеюсь, эта девка не была живой. Ух ты, блин, вот это я пересрал только что. Другого слова не подберешь, реально. Чуть джойстик не выронил из рук. Откуда он, блин, взялся? Давайте немного засканируем. Реально, я стремаюсь двигаться вперед. По-моему, это он здоровается со мной. Ух ты, блин. Резкие они. Прилетело, конечно. Мне повезло, что в голову ему сразу я попал. Куда это карабкаться? Ну иди сюда. Ну в этих катакомбах реально стрёмно. Игра начинает пугать. Окей. Только отмычкой, но я думаю, лучше сначала немного обыскать данную локацию, а затем уже тыкать отмычкой по... Оп. Отлично, отлично. Вот теперь будет гораздо легче. Найдена карта. Но я не оставляю тут никого с целыми головами. Я думаю, те, кто смотрит уже, люди заметили этот момент, потому что реально, реально стрёмно оставлять зомбаков. Окей. Зомби пусто, сундук пусто, секретный. Это что было? Как он открылся? Найти вход в бункер Воронов. Когда разорили библиотеку Ди в Мортлейке, мы потеряли много знаний. Остались крохи. Чтобы их понять, нужно быть Ди. Это гиптограмма Ди. Символ единства четырех элементов с алхимией, магией и наукой. Для нас это ключ к тайному знанию. Теперь у тебя инфракрасный фонарь. Ищи знаки. Отлично. Теперь у меня инфракрасный фонарь. Что это? Что это такое вообще? Инфракрасный фонарь, что он делает? Искать знаки. Доставьте свою карту. Официально этого места не существует. Положить на инфракрасный фонарь. А, вот, понятно. Увеличение емкости, кстати, зомбак. Пустой зомбак. Все, двигаемся. По стрелкам. Thank you.
принести знать. Они приведут тебя к бункеру. Мне бы, конечно, забрать увеличение емкости не помешало. Так вот, конечно, если... Ой-ой. Ой-ой. И аптечки у меня с собой нет. Боюсь, что девочка может тут и остаться в этом. Подземелье. Когда через воду проходишь, вот, получается, отключается фонарь на время, что, конечно, реально пугает. Но нам сюда показывает стрелка, но... Ну, я хочу исследовать эти катакомбы или что это такое. Есть шоколадка. Давайте по-быстрому немного восстановим жизнь и продолжим. Эксплорим. Секретный проход. Стрелка есть, но коридор реально огромный. Просто и здесь есть стрелка. Тут можно прям... по-разному сюда заходить. Есть, есть, я добрался. Можно было, конечно, сделать это быстрее, но если бы меня так измена не лупила, то я бы, конечно, быстрее здесь и передвигался. Так, посвети инфракрасным. Может, и этот удастся взломать. Это, конечно, дрянь. Так, выскакивать. Вверху, блин. Ух, блин, хорошо, как я вовремя повернулся. Патроны на что? На дробовик. Давайте, наверное, походим с двухстволкой некоторый промежуток времени, потому что... жизни практически не осталось. Блин, вот курица. Вот такие моменты реально стрёмные. Яд какой-то. Я думал, это патроны. Думал, мне повезло, но нет. Это просто... просто стрёмный...
Стрёмное какое-то захоронение. Добро пожаловать в нервный центр Воронов Ди. В буквальном смысле. Чума сумела напугать даже нас, а мы ее ждали. Представляю, каково обычным людям вроде тебя. Улучшение разброса. Мы пытались предупредить людей. Документы. Наш лучший спец добрался до королевы, но его не послушали. Джона бросили в психушку. Там он и пропал. АК-47. Чудненько. И теперь мы будем сейчас здесь разгадывать загадку. Черное пророчество было подобрано. Документы. Но я не зачитываю, не трачу на это время. Янохианский алфавит. Такими символами Ди общался с ангелами. Вороны давно перевели их. Ты тоже научишься их видеть и понимать. Выходит, Джон Ди изобрел шифры. Он, кстати, был первым профессиональным шпионом. Письма королеве Елизавете он подписывал 007. Почти готово. Попробуй набрать код. 2459. В принципе, тут ничего не было сложного. Сейчас нужно немного выставить правильное оружие, потому что лево. Пора, беги на крышу. Окей, бежать на крышу. Где бежать на крышу? Сюда. Прости, мне нужно на другие бастионы. Обойдись пока без меня. Вот это была, конечно, фраза. Не очень классная. Войдись пока без меня. Я крыло один. Нет посадки, повторяю. Посадки нет. Попробуем забрать вас с крыши. Ждите. На лестницу. Живо. Блин, ну вдруг тут что-то клевое. Я не подберу. Я сомневаюсь, что это конец игры. Дверь на всякий случай. Блин, а на какую лестницу? А вот они мне открыли дверь. Избавь умных от страданий. Да, вот это была, конечно, ошибка. Ну, не бил я ему никак, я не бил ему по баллону. Мэйдэй, мэйдэй, мы падаем! Грёбаные птицы! У
Боже, нет! В общем, заклевали, получается, птицы вертолет, но я не знаю, просто, может быть, это связано с тем, что я погиб, но мне кажется, что на самом деле не так. Даже если бы я выбрался, я думаю, это ту же самую я бы увидел заставку. Все готово? Так, а вот и новый выживший. Задача, я думаю, у нас будет генератор та же. Генератор нужно заправить. Пора за бензином. Я слышал разговор по радио. Дело плохо. И вороны улетели. Как и предсказывал Ди. Слушай, было я брать знаю, с что собой ты не поверишь, но я не злорадствую. Я понимаю. Ты хочешь вырваться, бежать без оглядки. Но все не так просто. Посмотри с другой стороны. Ты все еще здесь, живьем. И я тебя не брошу, что бы ни случилось. Но не думай, что хуже некуда. Есть. И сказал, с чумой справится очистительное пламя черных ангелов. Мы-то, кретины, решили, будто речь о воронах Ди. Но нет. Он говорил о чем-то куда худшем. Ох, чтоб его. Генератор нужно заправить. По-моему, пора навестить Викрама. У Викрама заправка в Шордиче. Он живет этажом выше, не ошибешься. Заперся в квартире и уже неделю снабжает выживших топливом. На территорию придется прорываться. Но как дойдешь, скажи, что ты от живого. Давайте глянем на карте, где, куда это нам нужно двигать. Окей, здесь есть быстрое перемещение, сейчас мы им и воспользуемся. Жалко, конечно, девку, 4,5 часа она у меня тут выживала и в итоге... так вот нелепо погибла. Ай-яй-яй, да попади ж ты в него, что ты делаешь? Сейчас, по-моему, парень и помрет. Блин. Вас заразили. Это был самый-самый непродолжительный просто выживший в этой игре, по всей видимости. Но я надеюсь просто, что здесь бесконечно будут даваться выжившие, потому что в противном случае с таким темпом я быстро помру. Быстро игра для меня закончится. Окей, пустой рюкзак абсолютно. Давайте берем аптеку. Забираем все, что есть, потому что тяжеловато там было мне только что проходить.
сюда! А вот, кстати, наш парень с рюкзаком, нужно его, конечно, валить. Готов. Блин, а он такой бойкий. Забираем добришко, конечно же, и вроде бы я и выставил все на быстрые эти кнопки, но чудо не случилось, съели меня на раз-два. Только, блин, больше становится, чем один зомбак, сразу реально становится проблема. Проблемно проходить. Шума не делать, сейчас я попробую пройти так, чтобы меня не съели. Что это такое? Мы в баню убегаем. Понятно. Казалось бы, я забежал тут в переулок, кто меня найдет из этих зомбаков, но нет. И это не последний, вот еще один. Он какой-то электрический. А, необычный. Фух. Открытая дверь, отлично у нас показывает стрелка, куда идти. А вот еще стрелки. Ну, я только осваиваю использование инфракрасного фонаря, поэтому могу делать что-то неправильно. 33. Это у нас две цифры дано, а две стертые. Их нужно будет подобрать. Ну, сейчас будем пытаться это сделать. А вот 69-33. Все, вопросов нет. Все оказалось гораздо проще. Подбирать ничего не нужно. Просто нужно вводить. Не могу тоже еще разобраться или запомнить, просвечивает ли фонарь через стены предметы. Ну, по-моему, просвечивает, только на определенное расстояние, там 20 метров в данном случае. Фух, ну добрался. Два трупа. Девку, конечно, больше всего обидно, что она погибла там. Но я думаю, я ее еще встречу. У нее и оружие осталось. И бейсбольная бита, ну и так далее, там всякое барахло.
Жалко, что здесь нет сетки и нельзя встречаться, допустим, с людьми, которые тут тоже параллельно бегают и, к примеру, меняться между собой какими-нибудь припасами или что-то в этом роде. Вот такая вот меня идея посетила. Какая-то лестница наверх. Кстати, нам вот и тут нужно будет вещичку эту забрать, но мне кажется, не просто так ее там положили. Глубоко. Нет. Вот эти провода, кстати, не ведут ли они нас к блоку этому распределительному, который после сканирования которого появляется карта? Впереди должен быть парк. Пройдешь его и как раз выйдешь с заправки. Тут у нас глушат. Стоит глушилка, не могу пользоваться сканером. Нафига они, конечно, глушилки придумали. Ну, в смысле, понятно, для чего они сделали, чтобы усложнить задачу, чтобы увеличить разнообразие геймплея, скажем так. Но есть один момент. Просто кто эти глушилки ставил и зачем? Вот вопрос сразу возникает. Что-то где-то здесь был крестик. Дипломат оказался пустым. Под ноги смотри. Кто-то наставил ловушек для темных. Умно, но для тебя они тоже опасные. Осторожней. Ага, видимо, красным, я так понимаю, на радаре красными кругами отмечаются ловушки. И будем иметь в виду. А, это мины. Мины. Хотел забежать туда, во двор. Но мне кажется, если там лежит мина, то может мне не повезти. Открытая дверь. Думаю, есть смысл туда зайти. Требуется отмычка. Эту дверь нужно посмотреть обязательно. Да, у нас работает глушилка, хотел просканировать я. Кто ты такой? Ай, блин! Вот они, эти черти. Я думал, их как-то, ну... Не было такого раньше, что я с одного просто удара их убивал. Как-то странно. Блин, знал бы, что здесь тупик, никогда бы этого не сделал. Потратил только зря аптеку. Говорит, под ноги смотри, мины видно. Ага, вот она и глушилка. Окей, необходим пропуск. Вот и наш друг.
Он еще и плюется. Черт. Иди на мину. Отлично. Как хоть мина на полу выглядит. А, ну оно видно. Ох, блин, так она работает на расстоянии. Вот это, блин, фигня. Угу. Взять. Я думал, их можно подбирать. Оказывается, нет. Пирожное пригодится. А тут у нас что? Казалось, на этом складе ничего полезного. C4 у меня, наверное... А, у меня есть C4. Вообще сказка. Найти бы, конечно, блок этот, который карту восполняет. Вот тут нигде не видно, но нет. Так, а это что у нас за... Есть рюкзак XXL. Он точно не будет лишним. Интересно, это самый большой рюкзак, раз 2XL, может быть еще 3XL попадется. Ну, пока что очень-очень даже неплохо. Реально теперь, ну, просто он реально огромен. И это же, несомненно, плюс. Я думал, кстати, мины взрываются только если на них наступить. А они здесь придумали, что... Даже рядом, если ты... проходишь, то она взрывается. Это, конечно, неправильно. Угу. Куда ведет эта лестница? Ага, здесь у нас глушилка, все. Тогда, думаю, есть смысл посмотреть, что наверху, на лестнице, а потом уже продолжить... зайти в этот переулок, куда ведут ступеньки. Повышение скорострельности. Good. Не, ну улучшений здесь много. Много разбросано, это хорошо тоже. Арбалетные болты. Надеюсь, не зря так потрачено было это, но тут только вниз. Ну а если тут именно спрыгивать, спрыгивать я не хочу. Жизнь я потеряю просто предостаточно при таком падении. Высота просто огромная. По идее, от взрыва гранат на таком расстоянии их должно было
тут разнести, наверное, на части, чтобы уже не ползали. Но они остались тут еще, даже в шлеме парень остался. Реально какой-то стрёмный переулок. Ещё сверху этот свалился, зомбак. Коктейль Молотова, зомби с миной ходит. Ну и карты здесь нигде не видно. Блин, вот этот парень с баллоном, что с ним делать? Блин, ну далеко же он взорвался, но это, блин, торба. Там еще и услышали, и уже двигают сюда. Это жесткий зомбак попался. За дверь, куда она ведет. Можно еще выше подняться, но давайте глянем, что там наверху. Птичка бы, конечно, не помешала, какая-нибудь кока-кола, я не знаю, хоть что-то. Мясо животного. Внизу там есть патроны для пистолета, но реально там зомбаков очень-очень много.
Я вот думаю... Ну, наверх они сюда вряд ли заберутся. Но лучше проверить лестницу. Ох ты, блин! Как ты тут оказался? Вот эта дрянь, блин. Чё, он еще такой жуткий, этот парень какой-то. Фух, блин, а вот лестница, где он залез. Так, давайте зайдем в эту комнатушку. Я думаю, сюда они вряд ли проберутся. И что мы сделаем? Мы сконструируем какой-нибудь новое улучшение какое-нибудь. А, пистолета у меня просто нет с собой, поэтому я не могу его улучшить. Окей. Ну, звуки какие-то, нельзя сказать, что они добрые. Давайте сохранимся и продолжим. Да, наумирал я, конечно, раз «Будь здоров» сегодня. Парень этот в пиджаке мне так себе, честно говоря, как персонаж. Я все хотел, чтобы девка как можно дольше продержалась, но не судьба. Как бы лучше так сделать? Может, кинуть им фаер? Ну, в смысле, этот... заманить их в переулок. Вот сюда, типа, будут они на него реагировать. Ну ладно, чтоб упало на подоконник, это вообще был беспредел. Вниз, смотрим, что можно сделать, куда здесь можно выбраться. Ну, один меня увидел, один... Не страшно. Этот с предметом. Как вот нужно было так вот на ровном месте запороться? Готов. Обычно мина немного бы раньше, она бы была, конечно, кстати.
Патроны на пистолет, средняя аптека. Ну что делать? Надо, конечно, и аптечку подобрать. Не рисковать, сразу использую аптечку. Хотелось мне, конечно, ее придержать, но есть, карта обновлена, просто отлично. Теперь дело пойдет проще. Ну тут вроде бы все я просканировал. Переулок. Ага, понятно, это лестница наверх. К убежищу. Тут у нас есть еще один зомбак. Он пустой. Думаю, нет смысла задерживаться, лучше. Это была проверка, что он без баллона, потому что эти ребята с баллонами, они меня просто очень-очень сильно раздражают. Какой-то стильный парень, фиолетовый пиджак, кепка. Ха, тут еще один какой-то переулок. Ага, здесь можно дверь открыть, сейчас я это и сделаю. Теперь у нас есть быстрый, можно так сказать, проход на этом участке. Это, я думаю, плюс. Это нужно было сделать для того, чтобы стало лучше. Чтобы удобнее было передвигаться, то я сказал, лучше. Так, ну вот она наша цель. Давайте такой небольшой тур тут за поворот. Дробовик 870. Ну, туда нужна карта. Я думаю, тут придется позже вернуться. Окей. Пожалуйста. Входи, входи. Здесь безопасно. Есть новости? Тебя так давно не было. Нет, нет. Не плачь, сынок. Ты совсем не виноват. А? Кто ты? Где мой сын? Папа. Понятно. Подойди, поехал, пожалуйста. Парень. Иду, сынок. Иду. А теперь будь молодцом и помоги маме. Бегом. Ей нужны антибиотики. А, не забудь ключ. Бояться нечего. Фух, 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 фух. Ну, был интересный момент. Чем-то напомнил он мне Silent. Так, открыть, добраться до заправки выполнено, обменять лекарства на топливо. А, это мы все в процессе путешествия
Так, улучшение планшета у нас здесь лежит. Оно, конечно, будет кстати. Как нам тут с парнем переговорить? Стой, а где топливо? Он серьезно? Топливо за антибиотики? Да он тебя на смерть шлет. Да вот такая вот у нас история. За лекарства нам дадут топливо. Двигаем. Не задерживаем. Не задерживаемся ли на секунду. Постараюсь я максимально быстро двигаться, потому что уже час я отыграл, а прогресса, как видите, совсем немного. Открыть проход к Bacon Fields. Здесь бы найти карту. Я так полагаю, везде есть у нас эти блоки, но тут он мне пока не попадается. Ну, эти, которые блоки там, трансформаторные блоки или что оно такое, которые сканируют, что... Который после чего карта отображается. Эти ясли никак не похожи на смертельную ловушку, правда? Вообще еще не поздно взять заправку штормом. Ну что ж, справедливо, дело твое. Есть. Здесь у нас, кстати, сразу можно забежать. Так, наверх поднимусь потом. Заело. Не моя проблема. Зачем вообще открывать эту дверь, если не хочешь умирать? Запертая дверь, но он прав. Эту дверь нет смысла открывать. У нас тут получается, типа, ну не сейф-хаус, но тут явно быстрое передвижение будет. Так, ну в таких местах я, насколько помню, ничего полезного. А, нет. Вот, пожалуйста, улучшение разброса. Так что есть смысл эти коридорчики тоже сканировать. Я просто помню, сколько раз я двигался к быстрому перемещению, и в основном пусто. Но на этот раз повезло. На карте он отмечен у нас будет, но теперь можно двигаться по основному заданию. Нужно найти антибиотики. Не нравится мне этот парень. Ну давай, беги, беги. Наверное, я запорол все-таки. Блин, а вот сейчас можно и сдохнуть. Вот так, на ровном месте. Есть у меня аптечка или что-нибудь? Ах, нифига, блин. Нифига.
Он все-таки сгорел, вы представляете, но успел попасть. Так, ну, зомбак, вот это вот на деревьях, то, что тут дофига ворон, это неплохо. Сейчас я попробую парочку из них подстрелить, дабы поправить здоровье. Ага. Поправить здоровье нужно было, блин, не дергаться, за забор упал кусок мяса, да, получается? Фигово, фигово. Хочу последнее улучшение для сканера получить, чтобы можно было просто на максимальное, ну, количество метров сканировать. Таким образом просто будет легче. Меняем патроны на еду, получается. Сталкер, по сути. Или метро, метро в смысле. Ну, я имею в виду, один выстрел в ворону дал мне кусок мяса, который... Сюда нельзя. Болты для арбалета. Это неплохо. Вот арбалета, это жалко, у меня просто нет. Ну, с одним зомбаком я справлюсь. И битой для крикета. Это не проблема. Письма Ди, пистолет Магнум. Магнум! Вот это будет здорово. Не знаю, стоило ли тратить на него столько патронов. Но он реально меня просто пугал. Ой-ой, блин, а Магнум здесь нужно использовать пропуск. Вы представляете, я сразу не просек эту фишку, блин. Ага. Вот, блин, нужно было битой забивать того парня. Потому что нет патронов. И ворон я не могу пострелять. Если подкрасться к ним. Медленно. Не катит. Такая тема, не катит. Повышение скорострельности. Good. Только вот нужен верстак. Нужно, наверное, возвращаться. На эту сторону должно мясо было упасть. А вот же оно. О, блин, оно протухло. И я уменьшил, получается, здоровье я не повысил. Вот это была, конечно, ошибка. Я думал, что не может испортиться так быстро. Это баскетболист.
Гляньте, он какой бодрый. Да. Да. Представляете, взял сок, обрадовался, что, блин, пополнил здоровье, и вот тебе на. Местечко реально стрёмное. Куда? Вороны. Я думаю, зомби. Чё-то. Думаю, в этот ещё закоулок зайти за дом. Хм. Типа есть проход. Ну окей. Окей. Осторожнее внутри. Камеры сняли, как туда хлынула толпа. Нянечки увели детей внутрь, но никто не вышел. Ну вот этой фразой, вот этим вот рассказом он обрадовал просто. Будь осторожен, нянечки ушли внутрь, но никто не вышел. Серьезно, неужели тут будут дети-зомби? Тебе нужны лекарства и больше ничего. Хватай и беги. Блин, ну он своими комментариями жути нагоняет. Зачем такое рассказывать? Окей, это можно сразу разблокировать. Чтобы был такой выход, не лезть в эту фигню. Патроны для винтовки. Ох ты, бля! Что он там в шкафу прятался, блин, любовник или чё? Вроде бы, ну, так кажется, сейчас найдешь что-то, но ничего нет. Камеры. Окей, здесь пусто, двигаем дальше. Я думаю, и вниз нам можно будет. Да. Так, ну, цель на нижнем этаже. Давайте тогда сначала верхним. А вот и нянечки. Да. Аптечки первой помощи. В них они хранят лекарства. Коктейль Молотова, подбирай, давай, подбирай.
аптечка пуста. Доски. Дверь открыта. На всякий случай пусть будут, пока место в рюкзаке навалом. Эй, куда это я вышел? А, окей, это типа аварийный выход, я смогу убежать. А, назад уже не войти получается. Ну, кто ж так делает? Когда жизнь просто совсем кропаль, когда... А, ну да, эту дверь я открыл. Когда получается тут за каждым углом, блин, дети-зомби могут быть. А они вот так вот берут и... В общем, это вышел и назад. И назад не зайти. Нельзя так делать. Была просто аптечка, ну типа пустая. Я хотел глянуть, как она выглядит хотя бы. А вот вам, блин, и началось. Еще и, блин, в этом шлеме. Они прятали пожарниками. Как они? Не медсестры, хотел сказать, а этот нянечки. Да что ж ты никак не сдохнешь? Газировка. Благо у газировки долгий срок хранения, поэтому ей можно практически всегда подлечиться во время зомби-апокалипсиса. Запертая дверь. Тут можно, вы видели? Я думаю, это я нашел какой-то бонус по-любому. Главное, чтобы этот бонус голову мне не откусил. Ну, патроны для карабина, в принципе, неплохо. Но два всего патрона маловато. Открываем дверь. Ну и два лишними не будут. Ох ты, блин, что это было? Ну ладно, ну какие духи? Это же, блин, не Silent. Антибиотики я нашел, вопросов нет. Там сигнальный огонь. Электронный ключ.
маньяки снаружи. Их пугают. А ваты в ушах не хватает, чтобы... Простите. Просто... Скорее. Вытащите нас отсюда. Господи. Верите, друзья? Да, жуткая запись. Жуткая. Мышку можно съесть? А, блин, она забрала жизнь. Короче, не едим мы крыс больше. Есть пропуск. Пропуск найден. Я предполагаю, что отсюда придется бежать. Я боюсь, что убежать может и не получиться. Вот. Какая незадача. Стеллаж пустой. Это ну лекарства. Но больше ничего здесь нет. Тут лежит типа аптечка. Ох ты, блин, подвал, где говорит, где они спрятали детей. Нужно немного просканировать. В подвале тут, походу, всех и съели. Я тебя теряю. Ну, реально жуткое место. Может быть, все-таки сюда? Здесь глушилка. Факин глушилка. Ну найти бы эту глушилку, зафигачить ее. За дрянь. Да. Какие-то стрёмные реальные зомби. Пошли. Это от него, что ли, электричество? Да. Да ну что это такое, блин? Его, наверное, нельзя убить, я так понимаю. Это местный зомбак здесь. Ну реально стрёмный зомби.
Ах, ты что ж ты будешь делать с ним? Там дверь. Здесь нужно ввести код на эту дверь. Ох ты, блин. Добрый вечер. Добрый вечер. Леший, да вот помер, теперь играю за типа. Конечно, съели, в общем, девку. И теперь играем за типа. Я реально думал, этот зомби бессмертный. Хорошо, что он все-таки смертный. И... ага, вот теперь-то мы можем потихоньку обыскать. Ну, 12 единица потом. Все пусто, ничего нет, ни аптечек, ни... ну совсем все жестко. Ну хоть патроны для карабина. Там будет так, значит, 12-1. Я думаю, можно подобрать последнюю цифру. Есть, с первого раза. Отлично, что я начал с единицы. ОМП-45, если не путаю. С этой штукой тебе почти никто не страшен. Ну вот, я думаю, ее и возьму в руки, потому что жизни просто осталась самая-самая малость. Окей. Тут еще были какие-то люки, я вот хотел у них, вентиляционные шахты. Понятно. Я сделал круг, так что... камера. Газовая конфорка работает. Коктейль Молотова, сигнальный огонь, патроны для пистолета, средняя аптечка, патроны для дробовика. Но меня интересует, конечно... так, дверь закроем на всякий случай. Меня интересует, конечно, аптечка. Фух. Да, не лечусь, потому что, ну, нет же у меня лечилки, к сожалению. Окей, немного подзарядилась. Так, патроны. У меня один все сигнальные огни, все забито сигнальными огнями, реально. Ну, буду их бросать теперь почаще. Слышь меня? Пора идти. Если нам направляется орда, прямо сейчас они ломают дверь. Обрадовали меня, конечно. Да пошел же ж ты вон! Да, добыть вируцит, конечно же, добыть. Блин, прямо сейчас они ломают дверь. У меня реально паника.
У меня реально паника. Я не забрал то, зачем сюда пришел. Дверь укрепить можно? Вот, блин, курица, сдохнет. Так, что-то вот лежит на полу. Это что? Я вообще подобрал то, что то, зачем я пришел. Угу, убегаем. Блин, я истерю, серьезно. Они ломают дверь. Так, я выбежал, антибиотики я взял, да. Просто не хочу, как в прошлый раз, два раза забегать. Кстати, я не смог открыть вот этот контейнер, ну вот эту вот будку. Я не нашел тут нигде кода поблизости. Зомби пустой, а тут что было? А, ничего здесь и не было. Привет, Ван, приветик. Рад, что ты тоже присоединился. Эта дверь закрыта. Или что это дверь? Так, а что делать? Может быть, выстрелить? Ну, по всей видимости, выстрелить не прокатит. А я ж потерял, получается. Девкой, когда я играл, я ж помер и не смог вернуться. Туда, там я куда-то далеко забрел. Дверь заклинила. Мать. Попробую починить и открыть ее отсюда. Дай мне минутку. Готовься, солдат. Чумные идут. Ой, блин, сзади. Ну как так можно было? Запороться. Работаю. Птичек нет. Вот вам, блин, на ровном месте. Вот это была, конечно, жесткая ситуация. Я даже не понял, как я погиб. Была только мысль поменять на пистолет. И теперь уже поздно менять на пистолет. Все готово? Окей, снова девка получается. Хозяин заправки в Шордриче меняет топливо на антибиотики. Шевелись, пока убежище не обесточилось. И постарайся не помереть. Воды! Ну, конечно, нужно было. Я с тобой абсолютно согласен, что это нужно было сделать, ну, что нужно было забрать у предыдущего персонажа, но так вот сложилось, что... Так, а куда мне двигать? А, вот оно. Что я туда не допёр, короче. Я не помню, что там за ситуация произошла. То ли я помер еще раз, то ли... То ли я тут маршрут просто бы не нашел. Ну, что-то меня остановило в путешествии за... Всё, дверь открыта, бегом! Фу, нафига такая музыка только что была. А, он открыл дверь. Красавчик, когда я помер уже.
Я тороплюсь, как мы. Если не хочешь кончить, как тот бедолага, что забрел сюда последним, будь осторожнее. И забери тот мор. Нельзя же просто так откатываться от припасов. Как, окей, я забрал, получается, добро. Эта дверь, получается, закрыта. Погоди, почти готова. Не бросай меня сейчас. Это еще не самое сложное, что меня ждет. Не, ну я вижу, что здесь реально, реально есть хардкор. Ну, есть, есть. Ну, надо просто привыкнуть. Нужно привыкнуть к самому геймплею в игре, и, в общем-то, все будет получаться. Я, если бы второй раз играл, я уверен, не испытывал бы никаких трудностей. То есть, для первого раза она, конечно, такая... Ну, тут много интересного, просто вот именно исследовать вот это все. То есть, конечно, поэтому растягивается прохождение. В плане сложности на нормальном уровне я не вижу просто никаких каких-то нереальных проблем или преград для прохождения, но... Да, я так и подозревал, что хардкор в другом режиме. Эй, меня кто-нибудь слышит? Помогите! Нас трое в церкви Святого Георгия на Брик-Лейн. У нас есть еда и вода, даже пистолеты. Но мы в ловушке. Пожалуйста, если нас слышит полиция, помогите! Помогите, прошу вас, помогите! По-моему, явная ловушка. Вокруг церкви неспокойно. Я удивлюсь, если там хоть стеклышко целое осталось, не говоря о заныканной куче пушек и еды. Так, окей, засейвимся. Установим улучшение и понесем антибиотики, отдадим. Потом будет видно, что можно еще сделать. Блин, а я не подобрал, получается, вещи. Я думал, я был уверен, что я их забрал. Вот это, блин, конечно... Да, надо сохраниться. Потому что все-таки антибиотики... У меня нет ничего. Я что-то подумал, что под тем типом лежали вещи. И я их схватил и на выход. А это, оказывается, лежали только антибиотики. Минуту.